RCC – международный промоушен по смешанным единоборствам, который базируется в Екатеринбурге. Организация проводит два типа турниров – крупные и малые. Крупные являются номерными и проходят на площадках вместимостью от 4000 зрителей. За время существования промоушена в октагоне организации побывали такие известные бойцы, как Сергей Харитонов, Александр Емельяненко, Александр Шлеменко. Like a Hellcat. Второй вид турниров малые, носят название «Интро» и проходят на площадке Академия единоборств РМК. Вместимость на таких состязаниях 500 зрителей. Турниры «Интро» ориентированы на молодых российских бойцов с небольшим опытом выступления на профессиональном уровне. А основная цель таких поединков – дать российским бойцам возможность раскрыться, заявить о себе и перейти в более сильные промоушены, такие как UFC, Bellator, ONE Championship. Сегодня речь пойдет об одном из малых турниров – RCC Intro 14, который состоится 17 июля. Для прокопьевских поклонников ММА он станет вдвойне интересен, так как в ринг выйдут двое наших земляков. Первый из них – боец полусреднего весового дивизиона Владислав Шабалин, представляющий клуб «Шторм». Свою профессиональную карьеру прокопчанин начал в 2015 году. За спиной имеет 14 побед при 7 поражениях. Стоит отметить, что Шабалин выигрывал у таких именитых спортсменов, как Мелисбек Абдрахманов и Амир Фазли. Кроме того, Владислав является обладателем пояса по профессиональному панкратиону турнира «Герои арены». Оппонент прокопчанина Александр Васильев, непобежденный с 2019 года. Успешно выступает на профессиональном ринге с 2013. Замечен в таких лигах, как Fight Night и RCC. За это время одержал на профринге 5 побед и потерпел одно поражение. Эта единственная осечка случилась в октябре 2020 года, когда их поединок с Никитой Петруниным посчитали ничьей на турнире RCC Intro 9. В своем последнем поединке Александр вновь вышел на победную серию. Однако в лице Владислава Шабалина его ждет совершенно новый уровень оппозиции. Вторым интересующим прокопчан поединком станет бой нашего земляка Александра Трескина и Валерия Пака. Оппонент Трескина – Валерий Пак по прозвищу «Скромный», который представляет команду «Орлов Тим». Профессиональный рекорд – 5 побед при 2 поражениях. С 2019 года Валерий идет плотно, проводя поединки каждые несколько месяцев. К слову, у Пака в карьере были победы всеми возможными способами, что говорит о его универсальности. Пак будет готов к любому аспекту ММА, который предложит Трескин в клетке. Александр Трескин – заслуженный мастер спорта России по универсальному бою, многократный победитель чемпионатов мира и обладатель пояса чемпиона мира по версии Unified Pro. Кроме того, наш земляк, представляющий команду «Рать», успешно выступает и на профессиональном ринге. После дебютной победы в 2014 году у него был перерыв длиной в 6 лет. Вернулся в клетку Александр только в 2020 и снова одержал победу. В апреле 2021 дебютировал в RCC и также успешно был удосрочен Эрик Таминдар. Все победы у Трескина в карьере добыты ударами, поэтому от него можно ожидать активной работы в стойке.
Кроме того, 17 июля в клетке появится и боец, представляющий Федерацию тайского бокса Кузбасса, Кирилл Корнилов. Он выступит в соглавном событии вечером. Противостоять Корнилову будет Роджер Соуза из Бразилии.